Одинцовские сторонники партии «Единая Россия» и активисты местного отделения «Молодой гвардии Единой России» приняли участие в интеллектуальной игре «Росквиз», посвященной Дню народного единства. Вопросы онлайн-викторины были связаны с историей праздника, событиями и персоналиями. Всего от Одинцовского округа в «Росквиз» играли 8 человек. Среди них были и участники клуба «Активное долголетие».